Равняйся! Смирно! Приказываю заступить на службу по охране общественного порядка. Они должны иметь соответствующий внешний вид и быть гладко выбриты. Начальник главного управления МВД России по Самарской области Сергей Солодовников призвал новобранцев народной дружины, представителей ЧОПов, внимательно следить не только за порядком на улицах, но и за собственной внешностью во время несения службы. Экипировка тоже должна соответствовать. Свисток для того, чтобы предупредить гражданина, которого хочу остановить или задержать. Также находится жилетка и повязка народной дружины, чтобы граждане знали, кто и что из себя представляет человек, кто ходит в жилетке. В начале недели между Главным управлением Министерства внутренних дел и 40 ЧОПами было подписано соглашение о сотрудничестве. Вместе с сотрудниками полиции патруль составит свыше 600 человек. В планах расширить состав дружины за счет активных граждан. Позвонил мальчишка, говорит, так, вот я был на этой встрече и вот принял для себя решение вот за эти два дня вступить в добровольную народную дружину. Вы скажите мне, каким образом и куда мне прийти для того, чтобы записаться и для того, чтобы нести в последующем службу с сотрудниками органов внутренних дел. Полицейские вместе с представителями ЧОПов и народными дружинниками будут дежурить с четверга по воскресенье с 4 часов вечера до 11 ночи. Если в вечернее время у вас возникнет проблема и вы увидите человека в салатовом жилете, смело обращайтесь за помощью. Марианна Мирная, Станислав Левин. События.